Ну, короче, да, опять лечу на Елену. Ну И да. Харитон. Леонид Михаил Григорьев попробуем. Все, готов. Я тоже. Так, не понял, я же две вертухи ставил. За хрень. Jeżeli przeciwnik jest w zasięgu, to my również. K waszym usługom, sir. Вот суки, ты последний уже там сидят. Суки. Доложит им тихо часу. Чекаем на новые рассказы, сэр.
часу. Давай, 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 на мою вину сыграть. Ставим на полную скорость. Сука, самолетами на меня полетел. Проверка завершена, перевод готовы. Охренеть, я у нее столько самолетов разнес сейчас. Ах, красота. Давай, давай, фигачи. Смотри, как мы их по очкам играем. Ну, да. Ого, ебать, смотри, толпи. Есть. Сбили бомбардировщик, не смог сбросить. Чекаем на новый рассказ, где мой фоп? Не понял. Я же ставил. Какого хрена? Залезь себе в дом уже, ну, ё-моё.
Чего? Ни хрена себе. У меня Ивана стырили. Ты смотри, как, какие они умные стали. Ну да, пацаны, как они обошли, блин. Правильно? Ну, в Харитоне, вот меня сейчас только что выжили из Елены, сейчас я в Харитоне укрепился пока. Машина в правзона, вшивка готова. Надеюсь, продержусь пока что. Блин, на самолетов теперь доступа нет, не зашибись. Вот сука. Добро, постараемся там дотрзать как найшибчей. Если мы можем попасть во врага, то и он сможет. Ничто не заставит Пехура и его карабину. Есть приказание, сэр. Цель захвачена. Огонь! Леопард. Докладывать нечего. Есть, сэр. Выступаем. Ни хрена там самолетов у него летит, смотри. Григорий. Где? Григорий. Ого. Блять, они на зарядке все. Ёбаный рот. Угол 30 градусов. Снарядов тяжелей. Тебя хрень еду. Сука. Есть, сбили их. Ладно, буду тогда у тебя укрепляться. Давай, давай, в ту сторону. Сука. Блин, вот, вот я не понимаю вот этого прикола, почему, когда вражеские танки палятся, они в меня стреляют и сразу исчезают. Почему я не могу их палить, стрелять и исчезать? Хрень какая-то. Вот фигач по нему, опять
Пипец какая-то хрень, что ж такое? Морпехи мои молодцы, до последнего там стояли, покрошили еще пару вертов. Куда ты стреляешь? Ага. Ты смотри, какой нормальный. Он справа заходит. Смотри, мы сейчас Константин потеряем. Он справа заходит на твою машину. Надо справа, то есть срочно это прикрытие. Да, согласен. Но у меня я это поставлю. Я могу только два танка послать, у меня больше нет. Не-не-не, я поставлю сейчас это. Мне игра в деле страшного, он что-то там будет по-польски. Все, зафигачил его, да? Да, мы эти два, две лавки ехали. Я их зафигачил. Давай по Абрамовичу. А что ж так мимо? Вы что, по хабру не можете попасть, что ли? Пьяные, блин, корейцы. Пацаны, он штаб там поставил. Вот же дебил, а.
Что-то висел, не снаряжался, начал снаряжаться, и все, его сбили. А? Куда ты сел, придурок? Ну что за бред, а? Улетает туда нахрен. Дурак. Если можете стрелять, ну что за... Блин, идиоты какие-то. Крутся прям под обстрел. Танк у них жесткий, блин. Абрамовичи жесткие, блин. Ух ты, ты посмотри тут, блядь, что творится. Ого, тут посмотри, нихера я проебал, блядь. Да, боты прям, я смотрю, поумнее играть стали, похитрее. Взял в штаб, захерачил прям в самом начале почти. Снабжение, точку нашу. Ни хрена себе, там, бля, ракет полетело. Вы что шутите? Чего они какие-то наркоманы? Куда они всегда прутся, блин? Сказал ехать в лес, он куда-то наверх поехал, блин. Ух, еще один, давай. Да, Брэдли. Ну, хорошие 35-е мишки, они... Нет-нет, попадаются со второго раза в камере. Красавцы.
ракета к старту готова, сэр. Доездился. Чё-то так танк поставил открыто в поле. Сейчас его спрячем, выехал просто. Танки мои расхерачили. Блин, у меня только две мешки осталось из снабжения. У тебя грузовички есть еще? А вот нету есть. Вообще. У меня мишка осталась одна. Одна мишка осталась. Ну, сейчас реально истребительный нормальный игра стал наконец бы. Ну да. Там у них такой жесткий замес, у меня с ними был так хорошо, их похорошил. Видишь, они даже не летают уже практически. Бедолаги. Мишка по-корейски заговорила. Да. Научилась, сука. Да. Смотри, они прорыв делают. Я бы охерел. Посмотри, они просто. Просто пиздец. Смотри, хитрые, они пытались на Константин пойти, не получилось, они теперь решили выше пойти. Да, да, да. Почти как игрок.
Ну, по сути, да, прорывик маленький. Блин, Мишка вообще красава, она прям вот несколько выстрелов всегда попадает практически. Даже когда танки на ходу. Да. Офигеть, реально, 4 ракеты, точнее, 3 ракеты, 3 попадания. Ну да. Чёртое попадание, офигеть. Блин, не зря я послушал этого чувака. Мишка 35-й взять, она прям вообще решает. Решает, да, жёстко. Офигеть, все ракеты практически попали, прям 1-1 у него точность. Кедри Мархагин, Джоун Чокчальбион. А, смотри, вертухи по центру. Это я ставил на срок. Вертухи за вертухи. Они, блядь, охренеть. Хуй его знает. На что они надеялись. Нифига, моторы прям у нас все вертухи положили практически. А, это морпехи. Я думаю, вертухи летят, моторы только ракеты пускают, там уже это, оказывается, морпехи их всех порвали. Ну да. Тоже жесткие морпехи польские. Угу. Так, блядь. Надо шрывок наступления, блядь. Ну да, копи. Покоплю, да. Не, ну нормально сейчас. Вообще нормально. Ну да, держимся уже. У них уже последние силы там, и нечем толком атаковать. Ну да. И смотри, один компьютер прям профи такой, второй нуб. Нуб, ну, так средний. Ну да, да, да. Пачка. Ну сейчас походу танки остались, у них на убой посылают. Ну да. Я тоже думал, что у него уже никого не осталось вообще. Шансов прям. Смотри, я свечу так, сейчас. Что там у него вообще? Его, смотри, я свечу, видишь? Отлично. Значит, мы так делаем. Прям, да, снизу высаживайся в город и там... И там это высадки, они пониже пустые. Только лети. Чтоб не встретили уже. Ми-25 это вообще чьи вертолеты? Ми-25? Турецкие. Да, наверное. Нормально ты в атаку пошел. Ну да. Вот эти вот еще бы ты со мной отправил. Вот там было бы вообще просто супер.
Сейчас отправлюсь, да. Хотя... Я не советую все старые брать, они не самые удачные. Ну да, я уже понял. 64-й, ну, корейский, еще на фоне. Еще одна психика. Что-то вот такие крепкие танки были какие-то. Посылаю в джет танки и противотанковые. Капитан Абушанка вас витает на палубе. Сейчас заряжусь. Вы что, воюете? Воюю. Да. Ой, блядь, вот такая битва. Че, так и не заценил себе варгейм стратежку? Я видел, что впечатлило. Не. Много там можно вместе играть на роли? Да. Ну, есть 10 на 10 игроки, а так 4 на 4. Или против ботов мужик копчик тоже. Боты тоже заставляют попотеть. Чем очень попотеть? А вы сейчас с людьми играете или с ботами? С ботами. Нет, с ботами. Где этот не русский? А? Гулялся? Да. Блин, что-то как пропал, так и все с концами. Ух ты, кобрышки едут. Зенитная батарея готова. Ну, ох ты, ёпты, блин. Сейчас я на них торы послал, сушки. Миги. Ну куда вы претесь? Уже же можешь стрелять. Ну куда ты попёрся, баран? Прям под кобру, а? Ну что за они иногда такие тупые, блин. Взял в сам мертвую зону заехал, ну не дурак ли? О, вот теперь работай. Блин, опять мертвая зона. Разворачиваем батарею на позиции. На нахрен. Проверка завершена, к вылету готовы. Два пешки держатся. Да лупани же ты по ней, ядрёна ложь.
наконец-то, блин. Вот туры, конечно, тормознутые, а. Тут еще танчики стоят. Где? Там, да? Да. Еще 2.35 книжки есть, если что. Это приятно. Там аккуратно справа кобра на Харитоне. Сейчас я попробую. Патч внутри висит. Угу. Ни хрена их там. Куда ты летишь, придурок, блин? На их зону взял, полетел. А, блядь, сука. Отступай. Ёбаный рот. Тунги тащи. Блин, у меня все соколы убили. Орудие кою готово! Играть там, блин, какая-то херня стоит, там только надо артой, блядь, брать.
ничего страшного. За хрен один такая дерзкая. У них тут одна, короче, наземка осталась. Надо в мишки 35-й пригонять. Докладывать нечем. Блин. Кавалерия пойдет, да. Так, а чё я мучаюсь? У меня же арта есть. Точнее, сейчас будет. Сейчас мы по тому квадрату упанем. Эти козлодуи засели. Ни хрена себе, Абрамович. Ты 72-й Б. Еще 200 очков и мы победили. А, да? Да, тогда все пизда. Транспортный корпус выполнит любое ваше желание. Ну, смотри, какая кавалерия летит, блядь. Серьезно. Thank you.
Все.